Здравствуйте, уважаемые коллеги, зовут меня Артем, это рубрика «Азбука трейдинга». Сегодня вы узнаете, что такое дилинговый центр. Сразу разрушим определенный миф. Бытует мнение, что оказывается на бирже существует, точнее не на бирже, а в этом всем пространстве существуют брокеры и существует также дилинговый центр. И вот, дескать, дилинговые центры сделки на биржу не выводят, а вот брокеры они выводят. Это абсолютная бредятина. Кто это пустил, не знаю. Может быть, это было в 96-м году, в 86-м году. Я в то время не торговал, поэтому не знаю. Сейчас уже далеко не так. Дилинговый центр – это местечко, где, собственно говоря, ваши сделки обрабатываются и выводятся на реальный рынок. Если брокер выводит ваши сделки на реальный рынок. Просто брокер может не выводить ваши сделки на реальный рынок, либо часть выводить, часть не выводить. Это отдельная история. Так вот, в дилинговом центре это не обязательно именно жилое какое-то пространство, в котором кто-то там находится. Это может быть виртуальная машина, то есть может быть какой-то сервер. Но чаще всего есть и сервер, и люди, которые обслуживают данный дилинг, данную компанию. Иными словами, есть этакая комнатка, вид, собственно говоря, сверху. Вот здесь вот у нас столы. Я был в одной компании, Форекс-компании, у них есть отдел дилинга. Вот так вот у них все это оформлено. Вот здесь у них столы, а здесь у них стоят уже оборудование. Сервер, который напрямую связан с поставщиком котировок, с поставщиком, куда выводятся, собственно говоря, сделки, и с которых приходит, собственно говоря, ну, происходит такой вот некоторый оборот. Так вот, вот эти вот ребята, которые сидят за этими столами с компьютерами, они отслеживают эту работу, чтобы было все более-менее грамотно, было более-менее четко. Раньше, в допотопное время, в 86-м году, наверное, сделки обрабатывались вручную, поскольку не было технической возможности их сразу переводить. Это означает, что есть вы, допустим, и вы вот из Соликамска сидите, торгуете себе, ничего не знаете, и с вашего терминала приходит запрос в дилинговый центр. А купи ко мне там, допустим, евро-доллар, один лот. Допустим, сидит человек, смотрит, ага, у нас тут дядя Вася из Соликамска хочет купить один лот. Давай-ка я его выведу на биржу. Вводит на биржу, покупает, и происходит вот такой вот, собственно говоря, оборот, грубо говоря. Сейчас это все происходит в электронном формате. Бывают компании, у которых даже людей здесь нет. У них просто стоит сервер с оборудованием, который полностью обрабатывает заявки и отправляет их с точки с помощью определенного алгоритма. Так вот, у каждого брокера есть дилинговый центр, в котором установлены сервера, либо сидят люди, которые именуются дилерами, которые обеспечивают работу и, собственно говоря, обеспечивают выход ваших сделок на рынок, следят за всем этим, помогают, ну, решают технические какие-то моменты, которые обязательно будут присутствовать. Однако, тем не менее, в сленге трейдеров четко закрепилось, что ДЦ – это обязательно форекс-кухня. И у нас есть куча рерайтеров, которые сейчас напишут статью на эту тему, что вот оказывается есть кухни, есть не кухни. Слушайте, так было в 86-м году. Окститесь уже, выводят ваши сделки. Вы и так, вы просто сами сливаете руками. Никто не заинтересован в том, чтобы вы слили, поверьте мне. У компании сейчас примерно такая схема. Вот есть вы хотите торговать. Немного удалимся от темы. Вы хотите, собственно говоря, торговать и зарабатывать на финансовых рынках. Брокер не идиот, понимаете? Если вы зарабатываете, он просто выводит ваши запросы непосредственно на поставщика котировок. Если в случае, если вы зарабатываете, да, через сайт брокера. Но если вы сливаете, и есть специальные алгоритмы, которые отслеживают сливающих ребят, он просто зацикливает вот эту вот картину, и вы сливаете непосредственно уже брокеру. Какая вам разница, к чертовой матери, когда вы сливаете? Выводят ваши сделки на Бишбанк? Не выводят. Вот какая вам разница, если вы теряете деньги? Вот и я не знаю. Поэтому окститесь. Дилинговый центр – это место, где ваши сделки выводятся на реальный рынок. Всем удачи, зарабатывайте с помощью дилингового центра. Я думаю, вы заработаете миллионы долларов. Как заработаете, не забудьте поделиться. Удачи!